Лучезарные улыбки, звонкий смех и коктейльные платья. 8 марта гости Старого Баку в Твери будто сошли с обложек глянцевых журналов. Еще бы! Ведь здесь с размахом отметили Международный женский день. На входе в ресторан посетители угощали шампанским. Без внимания не осталась и праздничная фотозона. Мы были как-то в караоке-зале, дальше мы не прошли. Ну вот выдался день, 8 марта, мы решили пойдем в Баку. 8 марта гости Старого Баку отметили в зале «Европейский», трехдневное открытие которого состоялось не так давно. Стильный дизайн интерьера и элегантная сервировка столов создали особую атмосферу праздника. Центром притяжения стал просторный танцпол. Обслуживание очень хорошее, отношения очень хорошо, музыка хорошая, красивая, очень приятно. В праздничный вечер Старый Баку традиционно удивлял шикарными блюдами. А в подарок для прекрасных дам ресторан подготовил яркую шоу-программу. Для гостей выступили известные танцевальные коллективы Твери, шоу «Балет Эмпайр» и студия восточного танца «Анчаре». Было два номера. Первый – это красивое белантре в перьях, специальный номер для открытия мероприятия. А сейчас мы такие легкие заводные бабушки. Мне кажется, им все понравилось. Да, они были в восторге, особенно когда номер с бабками, всегда всем очень нравится. Все веселятся и получают море положительных эмоций. Кульминацией вечера стало выступление специальных гостей из Москвы – артистов «Алан Шоу Проджект». Знаете, здесь такой зритель прекрасный, благодарный, веселый. Мы не успели выйти, они уже танцуют. Мне кажется, это потрясающая атмосфера, просто феерично. Все праздники Старый Бак отмечает, и отмечает с размахом. Теперь наш новый зал нам позволяет это сделать еще шикарнее, еще масштабнее. Отдельно билетов никаких мы не продаем. Люди приходят к нам, бронируют столы, и это бонус за посещение ресторана. Мы делаем все возможное для того, чтобы они выходили довольными, сытыми, и чтобы получили только максимально положительные эмоции. Но, в принципе, нам это удается, у нас это получается. Мы это делаем уже более 11 лет. Живая музыка и танцевальные номера ждут гостей Старого Баку не только в праздничные дни, но и по выходным. Каждую неделю ресторан готовит для посетителей новые сюрпризы, чтобы отдых стал по-настоящему запоминающимся. Мы очень любим это заведение, потому что здесь очень душевная атмосфера, замечательные люди всегда встречаются и просто позитивно проводим время с душой и в хорошей компании.